Сразу трех крупных сотовых операторов Казахстана обязали снизить тарифы. С начала года в действиях компаний уже дважды находили признаки сговора. Поэтому в Агентстве по защите и развитию конкуренции начали новые расследования. Специалисты уже проанализировали тарифные планы и динамику роста стоимости услуг. Выяснилось, что в этом году произошло подорожание от 7 до 57%. По данным АЗРК, только с мая по июль операторы повысили оплату по 30 с лишним тарифам. Как рассказали в профильном ведомстве, признаки сговора были и раньше. Много вопросов вызывали цены на телефонные разговоры и СМС. Прошлым летом антимонопольный департамент даже вел разбирательство по факту слишком высокой стоимости сотовой связи и интернета. Сейчас оно проходит обжалование. Ну а жалоб от абонентов меньше не становится. По признакам антиконкурентных согласованных действий в настоящее время начато расследование в отношении сотовых операторов KSL, Tele2 и Билайн. Именно факт антиконкурентных действий будет установлен по результатам расследования. Расследование по закону будет проходить 3 месяца. По условиям вообще должны операторы снизить цены.